В республике прошли зрелищные соревнования байдарочников, абаканские ралли. В этом году заплыв юбилейный, 15-й, поэтому гонки собрали рекордное количество участников. Не только из Хакасии, но и соседнего Красноярского края. За заплывами наблюдала наша съемочная группа. Алексей Федоров привел на водное ралли супругу и двоих детей. Младшему сыну всего 3 года. С плаванием по рекам занимается со студенчества. Теперь энергетик в обычной жизни хочет приучить к спорту и подрастающее поколение. Для них это первое соревнование. То есть до этого мы просто туристическим сплавом, то есть себе в удовольствие, не торопясь. Ну а сегодня именно дух соревновательный будет присутствовать. Я думаю, что подстегнет ребят, может быть, тоже появится интерес и в следующем году принять участие. А эта команда с говорящим названием «Старые клячи» участвует в соревнованиях с самого первого года. Многие уже давно на пенсии, но дома не сидят. Вместе лазают по горам, занимаются спортом. Секрет наших побед, это, скорее всего, это в дружбе. Мы уже столько лет вместе, мы можем даже уже не командовать. Каждый знает свое дело, каждый идет своим путем. И мы уже больше 30 лет вместе. И поэтому, как говорится, съедено немало соли и сахара, и немало дорог и водных, и пешеходных. И вот 20 команд стартуют. Главное – задать всем боевой настрой. У нас шикарная команда девочек на рафте. Идем вперед! Надеемся, займем какое-нибудь место. Задача – проплыть на скорость 10 километров пути. И хотя река Абакан для ралли несложная, все равно выигрывает опыт и знание некоторых хитростей. Нужно вглядываться в дно. И там, где максимальная скорость, вы видите, того и придерживаться. То есть придерживаться течения, не грести на пролом по кратчайшему расстоянию. Но самое главное на воде – безопасность. Поэтому спас-жилеты одевают все и, конечно, никакого алкоголя. Грубыми нарушениями – это мешать друг другу, допустим, препятствовать там движению. Но у нас этого как-то не наблюдается. Не вставать. Через час финиш. Практически все призовые места у команд из Новоселова. Александр Молнов обошел всех на одноместной байдарке. Качался, тренировался, много-много плавал. И вот первое место. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.